что такое флешмоб, рассказывать не нужно, это явление сейчас очень популярно. Но сегодня мы покажем вам самые интересные видео в интернете о флешмобах. Главное в флешмобах – это заинтересовать и привлечь внимание случайного прохожего. Так вот, представьте, купили вы билеты в кино, заходите в зал, а там 148 плохих ребят. А тех, кто не побоялся занять свое место в зале, ждал сюрприз. Все мы смотрели фильмы про зомби. А теперь давайте представим, что зомби вышли на реальные улицы. Именно это, кстати, и произошло в Нью-Йорке. Да, флешмобы бывают разные. Согласитесь, дети смешно танцуют. А еще смешнее, когда взрослые танцуют как дети. И еще веселее, когда это массовый флешмоб.